Надежда Маско, 26 лет, родилась в Саратове. Имеет специальность инженера, но в данный момент работает домохозяйкой и любящей мамой. Жизненное кредо – всегда готова и никогда не сдаюсь. Вроде только вчера я получила в руки свой первый конверт с заданием, а позади уже достойно пройденный путь. На четвертое задание у меня ушло гораздо больше времени, чем на предыдущий. Ведь главный день для проведения съемок был невозможен, но буквально в последний момент выход был найден. И я считаю это большой удачей, потому что мой сюжет предстанет перед вами именно в тех красках, в которых я его изначально рисовала в голове. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Вы не поймете мой вопрос, да? Тогда мы его тоже вырежем. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.